жучиный мускус тылвани. Тоже возьму. Нам не надо. Сохранимся. Так, это раб. Вот враг. Видимо, понизили параметры. Да, удача и привлекательность. Это не очень хорошо. Мы можем освободить рабов. Есть наверху, столпились у дверей. Это я не буду собирать, чтобы не было у меня опять перевеса. Восстановление скорости. Зрение, зелье пометки возьму. Я, честно говоря, удивлен. Восстановить здоровье. Что-то я не припомню, чтобы были такие зелья. Восстановление силы. Флин возьму до кучи тоже. Ну и на выход. В общем-то, зачистили мы пещерку без особых проблем. Ничего сильно ценного тут мы не взяли, к сожалению. Восстановимся. Продолжаем движение на северо-восток, в ту сторону. Зараза. Да что ты будешь делать? Уходит из-под удара. Блин. Скрываются, боятся меня, наверное, уже. Сколько я их истребил за все время игры. Считать. Чуют. Чем пахнет?
Вот он бежит. На. В общем-то, на досуге я также пробежался по учителям. Нашел учителя, качающего акробатику до сотни. Но, к сожалению, научить акробатике она меня не может. Потому что обучение какому-либо навыку завязано на его главную характеристику. Главная характеристика для акробатики – это сила. То есть акробатика у меня там 70 с чем-то, а сила 50, по-моему, 6. И если величина навыка превышает значение главной характеристики, отвечающей за этот навык, то обучение у мастеров мы не получим, к сожалению. Так что придется мне качать акробатику, видимо, прыжками. Мне не хватает всего 2 пункта до 80 и до очередного повышения в гильдии воров. Сверяемся с картой. Осталось не очень долго. Ты посмотри. Жирный. Можно упасть в лаву, я смотрю. Поэтому мы обойдем стороной это опасное место. Жучок ползет. Уже не ползет. Вновь я нашел какую-то пещерку. Конечно же, мы ее посетим. Пиран. Сохранимся. Ой-ой-ой. Это база 6-го дома. Здесь мне ловить нечего. Даже если там сидят даготы, у меня нет камней душ. А бить их просто так я не хочу. Навестим эту пещерку как-нибудь в другой раз. Вот он, вот он. Подкрался. Так и норовят со спины. И вот я нашел какую-то башенку. Судя по виду, там живут некроманты, относящиеся к дому Тылвани. Возможно, стоит ее посетить. Навести там порядок. Конституционный строй восстановить. Где тут вход-то? Коварный элит притаился. Мабаби. Знакомое название. Вероятно, тоже проходит по какому-то квесту. Давайте выясним.
на нас не нападают. Не стоит мне с тобой говорить. Но и не любят. К тому же у нас понижена привлекательность. Ну, как я и говорил, дом Тылвани. Разведаем обстановочку. Сейчас. Одну секундочку. Вероятнее всего, эта пещерка проходит по квестам за дом Тылвани. Поэтому я и запомнил ее название. Что бы это ни было, мне это не интересно. Ренит. Ну да ладно. Не будем мешать проводить некроманские обряды здесь. Идем на выход. Сохранимся. Паразит. Так, и нам нужно через эту гору перейти как-то. И вот я вижу уже руины. Две мерзкие показались. В общем-то, без проблем мы их нашли. Я вот не помню, где здесь вход. А, вон он, все вижу. Сохранимся традиционно. Значит, лифтинг это верхние уровни. Но на верхних уровнях врагов нет. Нас послали за отчетом о раскопках. Соответственно, здесь где-то должны быть, собственно, исследователи. Вот они. Я Синилос Кадиузус, а это моя дочь Пания. Я веду раскопки в двумерских развалинах. Идвина послала тебя. Боюсь, мне нечего сообщить ей по поводу раскопок. Вообще-то у меня есть для нее кое-что, но только не отчет о раскопках. Передай Идвине, что все в порядке, у нас тут просто некоторый регресс наметился. Наш гид Анес Венду пропал. Он взял записи для следующего рапорта о раскопках, и, наверное, они были с ним, когда он пропал. Наверное, каким-то образом попал в нижний уровень. Попробуйте найти его. Добрый день. Что ты скажешь? Что я могу для вас сделать? Я волнуюсь за него. Перед тем, как оставить нижние уровни, он что-то говорил насчет испытания образцов. Я надеюсь, что с ним все в порядке. Теперь в любое время. В общем-то, нам предлагают искать какого-то местного, как бы сказать помягче, ключ. Чулефтинг, надо его забрать без палева. Тоже подберу. Посмотрим, что здесь есть еще интересного. Используем наше полезное заклинание. Только нужно восстановить запас сил. Не получается. Совсем не получается. Где у меня восстановление магии?
Ладно. У меня есть факелы. Кагерер не буду брать. Он тяжелый. Надо залезть наверх, там на уступе могут лежать какие-нибудь ценные вещи. Странно. Жаба с гораздо меньшим шансом сработала. А ночной глаз не хочет. Ну, здесь лежит двумерский цилиндр. Нам он без надобности. Коллекцию барахла я не собираю, но здесь какой-то, видимо, телескоп. Это такая, наверное, обсерватория была. Идем искать. Мешочки, мешочки. Надо обшарить. А, добрый день. Что я могу для вас сказать? Здесь особо интересного ничего нет. Испытание модели. Ну и здесь такой небольшой, как бы, небольшая головоломка. Имеются три рычага. Вот там гномий рычаг, поворот которого теоретически должен открывать дверь с той стороны. Но я знаю, что дверь вот здесь, и это можно видеть по мини-карте. Видим, что здесь коридор продолжается, а здесь тупики. Ну и, соответственно, нужно дернуть, видимо, вот этот рычаг. Сохранимся. Остальные рычаги, насколько я помню, бьют током. Ну или каким-то повреждением. Точно не помню. Вот отодвинулась стена. И мы можем спуститься вниз. Нижний уровень. Сфера. Больше ничего тут нет. Еще раз попробую воспользоваться ночным глазом, потому что наверняка на роликах ни черта не видно. Получилось. Идем дальше. И здесь мы видим следы битвы. И гном бродит. То есть наш искомый персонаж погиб здесь в неравном бою. И об этом добавилась запись у нас в дневнике. Давайте посмотрим, нет ли здесь еще врагов. Судя по всему, нет. Ну вот.
книжка довольно интересная. Я ее обязательно возьму. Отчет, за которым нас посылали, собственно. И посмотрим, что здесь по сундучкам. Молот. Ключ какой-то. Двемерский правый наручник. Ну, для коллекции. Разве что. Наплечник двемерский. Молот. Возьму. Не везет мне с этим заклинанием. Буду светить факелом. Ну, это стекло. Стекло-сырец. В принципе, можно будет тоже подобрать. Как алхимический ингредиент оно никакое. Но в трибунале оно может пригодиться. Больше тут вроде ничего нет. Тут двемерские поножи. Вес 18. Если я их возьму, у меня будет дикий перегруз. Поэтому я их оставлю. И пойду посмотрю, что там на втором этаже. Дороги туда напрямую нет. Видимо, придется использовать левитацию. Если у меня, конечно, она есть. Давайте посмотрим. Заклинание я не смогу использовать. Шанс 0. Кольцо. Кольца такого у меня тоже вроде бы нет. Свиток, если только. Вот небесной руки. И тут сразу мы видим врагов. Паучок хочет нас укусить. Ну и собственно все, больше тут никого и нет. Посмотрим, чем тут можно поживиться. Левитация 50 пунктов довольно быстро перемещает. То есть пункты вот этой левитации — это скорость, собственно, перемещения. Ни черта тут нет интересного. Идем на выход. Где выход? Вон там. Сообщим печальную новость. Ты нашел Анеса Венду. Ты принес отчет о раскопках. Как жаль, что он мертв. Это ужасные новости. Мне не следовало позволять ему в одиночестве исследовать руины. Тебе удалось найти отчет. Доставь его Эдвине Эльберт Вальдрун. Я продолжу работу здесь. Теперь, когда нижние уровни открыты, возможно, нам удастся сделать еще парочку открытий. В честь нашего умершего коллеги Анеса Венду. Добрый день. Ты что скажешь?